Линчане требуют рассмотреть вопрос о перерасположении ритуального зала. Сейчас он находится недалеко от центра города, в районе больницы. Ее пациенты уверены, смотреть на похороны из окон учреждения, где продлевают жизнь людям, в корне неправильно. Когда решится и как решится вопрос, выясняли мои коллеги. Что нужно для цивилизованной организации похорон? А линчане уверены – новый ритуальный зал. И не то, чтобы старый не соответствовал нормам и потребностям. Недовольство вызывает его месторасположение. Находится в черте города, рядом центральная районная больница. Здесь, в одном месте, встретились два вечных понятия. Жизнь и смерть. В любой религии эти понятия стоят рядом. Но в жизни такое соседство некоторым кажется неэтичным и даже оскорбительным. Особенно молодым мамочкам, которые не хотят видеть ежедневные похоронные процессии из окон роддома. Пациенты больницы решили смотреть на похороны из окон учреждения, где спасают жизни, в корне неправильно. Надо сказать, что мы абсолютно недовольны таким соседством. Согласно санитарных правил и норм, утвержденных нашей стране, ритуальные залы должны быть расположены территориально таким образом, чтобы они не были видны из зданий больничного комплекса, из близлежащих жилищных зданий. Администрация ЦРБ долго не думала, обратилась с письмом в городскую администрацию. Погребение усопших и все, что с этим связано, полномочия муниципальных властей. В администрации о проблеме знали. Роспотребнадзор давно обратил внимание на неправильное размещение ритуального зала. Раньше он вообще находился на территории больницы, прямо напротив морга. Сейчас за оградой, но в непосредственной близости. Не только к поликлинике, но и к жилым домам. Это нарушение. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации о гигиенических требованиях к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения, расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания, до жилых зданий, детских, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 метров. Решить судьбу ритуального зала доверили линчанам. На сайте городской администрации еще осенью организовали опрос населения. Предложили несколько вариантов размещения. Опрос идет до сих пор. Согласно опросу, который более предпочтительный, это район кладбища по улице Нюнская. Здесь более половины участвовавших в вопросе они за этот вариант. В любом случае, новый зал будет объектом капитального строительства. И этого очень ждут фирмы, предоставляющие ритуальные услуги. «Риус» – одна из тех, кто сегодня на Ленском рынке готова вложиться в строительство. Сами терпят неудобства. Это не ритуальный зал, да? Это здание, приспособленное под ритуальный зал. Мы просили долго, чтобы выделили место под строительство. Дело сдвинулось с мертвой точки. Тендер вроде обещает в апреле. Пока будет принято окончательное решение, определят участок и начнется строительство, может пройти много времени. Так что пока пациентам больницы и жителям близлежащих домов придется мириться со скорбным соседством. Негативно к этому зданию относятся только те, кто не сталкивался с утратой близких. Олеся Васева, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».